Да, я узнал о том, что у меня появилась возможность просмотреться в таком большом клубе, как «Торпедо», еще в декабре. И весь декабрь я готовился именно к этому просмотру в плане выносливости, физики. Вот. Придя в команду, поначалу было очень тяжело в плане физики. Ребята очень опытные, взрослые. Но первые тренировки я переборол эту тяжесть, и дальше стало легче. Безумно рад. Просто я даже не знаю, насколько, как можно писать, насколько я рад тому, что я остался в команде, потому что в таком клубе, несомненно, можно прогрессировать и становиться только сильнее. Отправились на сборы. На сборах у нас было 6 спаррингов с очень хорошими коллективами. Наладили связи, потому что в команде несколько новеньких игроков, как и я в том числе. И надо было наладить связи между игроками. Мне кажется, то, что мы провели хорошие сборы, плодотворно подработали и наладили связи, и в сезоне у нас будет все очень хорошо. В Грузии я бывал все свое детство. Каждое лето, каждый Новый год, все каникулы я приезжал сюда. По мне, так самый лучший отдых – это не где-нибудь на море, на каких-нибудь островах, а именно с семьей. У меня тут очень много родственников, как в Кутаиси, так и в других городах. Поэтому, придя сюда, я чувствую себя дома. Обязательно. Вот я обещаю то, что к лету я уже спокойно интервью на грузинском языке уже буду давать.